перед вами сейчас вот этот крупненький зайчик, который у нас прожил зиму. И здесь центр Эдмонтона. 4 зайца живет, дорогие мои. Сейчас у них линька идет. Они сейчас поменяют шубку в серый цвет, да? Вот не могу ближе подойти, потому что заяц убежит. А ну, попытаюсь. О, заяц, хороший заяц, ну убегай. Ну вот шевелюнчик, вот. Все, побежал на ту сторону. Так, дорогие мои, 4 зайца. Можно подкормить, можно все. Я не хочу. Магазинов. Они умные зайцы. Это уже... понятненько. Мы прошли по той центральной улице. Здесь, конечно, не так бензинчиком пахнет, а для прогулок центральная улица не годится, но там очень много таких заведений для молодежи. Развлекательных. Да-да. И вот сейчас вот хочу резко сменить тему. Сама как бы иду. Такая крутая. Ой. Ну вот эти облака, видите? Вот это нас сейчас испугало, потому что, ну, слегка одна-две капли уже упали. Это о чем говорит? Что может быть, кажется, дождичек начинается. Но мы уже близко, мы на паркинге. И мы сейчас отсюда уедем, потому что Эдмонтон очень большой, огромный жилой центр. Провинция Альберта. Показываю все время, потому что дома строятся моментально. Идемте дальше. Тучки, вы могучки.